Рецепт приготовления салата из морепродуктов и овощей под майонезом. Деликатесный салат будет отличной закуской на праздничном столе. Все овощи, морковь, помидоры, картофель, огурцы, нарезаются тонкими ломтиками. Также следует нарезать и отварное рыбное филе, подготовленные овощи, а также определенная часть филе и зеленый горошек выкладывается в салатник слоями, каждый слой перемазывается майонезом. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Ставим лайк и подписываемся. Такие продукты будут нужны. Горбуша, 350 грамм, отварное филе, огурцы, 2 штуки, помидоры, 2 штуки, морковь, 1 штука, горошек зеленый, 100 грамм, консервированный, капуста цветная, 150 грамм, майонез, 1/2 стакана, заправка салатная, 6 столовых ложек, соль и перец черный молотый, по вкусу, картофель, 2 штуки, количество порций, 8. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Удачи, друзья, заходите.